Всем привет-привет! Прошла неделя, и я вернулась из Тафеля. В этот раз вот с таким цветочком. Цветочки в букетах в вазу не было, но были вот такие. Так что высажу его возле подъезда. А мы начинаем распаковку. А вот этот цветочек называется гвоздика китайская. Ариста розовая с глазком. Вот нарисована пчелка. Так что высажу возле подъезда, пусть летают пчелки. Собирают нектар. А еще вот такая сумочка и такая. Начинаем. Ну что, сегодня давали упаковку Milk Rice. Это молочный рис с корицей. Дата сегодняшнее число. Так что поделю между всеми членами семьи. И думаю, что сегодня, завтра, послезавтра мы ее съедим. А упаковка это двенадцать должно быть. Да, 12 коробочек. Дальше колбаска. Вот такая, острым перцем. Вот такая прошутто. И сегодня было свинина. Швайная шницель. 0,5 килограмма. Порадовали меня гарнелин. Миленькие, но здорово. Вот такой сырок. Можно было взять на выбор один. Вот такая колбаска Кайзервурст. Колбаска с сыром. 300 грамм. И срок 26.07. Можно было взять 4 разных колбасок. И я взяла 1, 2, 3, 4. Коробочка масла. Бутылочка молочка. Биоальпермильх. 1,5% жирности в стекле. Пакет какао детского. Барилла спагетти 400 грамм. Два мильх шнитте. Вот такая сетка с датой, наверное, вчерашней. Фарш Цвибельметвурст пикантный, йогурты
Кирше, кирше. Хинбери и эрбери. И вот такой йогурт. Два сыра. Вюрцик. 120 грамм. И вот такая намазка веганская. Паприка чили. Дальше можно было взять грибочки. Три луковицы. И коробочка помидорок черри. Пять морковок. Два огурца. Это пошли овощи. Один цукини. Пучок редиски. Паприка. Три штучки. Брокколи. Хорошая в этот раз. Лук-порей. И три авокадо. А, нет, еще есть. Это фрукты. Вот здесь вот сеточка. Вот такие четыре бананчика био. И в сеточке два апельсина, два яблочка, три яблочка и манго. А еще ягодки. Это голубика. Био давали каждому по коробочке. Вот такая чудесная, расчудесная. Красная смородина. Виноград. И черешенка. Так что овощи, ягоды, фрукты сегодня в наличии. Еще вот такой укропчик. Букет укропный. Ну и хлебушек. Булочки ассорти. 60 центов. Вы же знаете, что мы любим хлеб. Вот такой хлеб. Черный. Крафт. Маленькая упаковочка. Сладенькая обязательно. Вот такой рулет с миндалем. Слоечки со шпинатом. И с томатами и ветчиной. Брецели. Все упаковано по кулечкам. С тыквенными семечками. Вот такие. И обычные. Фишка Германии — это вот такие вот брецели. Они соленоватые. Ну и круассаны, которые здесь практически все берут на завтрак. Бутер-круассаны.
Вот такой взяли первый раз. Бриохе сэндвич. Ну а дедушке мягкий хлебушек еще и черный. В конце покажу, что какой-то бубли-пуп с персиком напиток. Вредные напитки. И взяла крем для рук. Это уже на кассе был. Не продукты. И шампунь. Вот такая сегодня мой продуктовый набор в Тафеле. На кассе я заплатила 20 евро. Спасибо, что смотрите мою распаковку Тафеля. Пишите вопросы, комментируйте. Мне очень приятно. Вам всем хорошего летнего денька, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Чус!